В Аскидском районе начались археологические раскопки, которые могут дать ученым новые сведения о древней истории Хакасии. Они ведутся в районе станции Казановская, там, где в ближайшие годы начнется строительство второго пути железнодорожной дороги от Междуреченска до Тайшета. Собственно, поэтому курганы и решили вскрыть. Если срочно не провести работы, археологические памятники будут разрушены тяжелой техникой, а значит, безвозвратно утеряны для науки. Это место хорошо знакомо археологам, вокруг достаточно много уже изученных курганов, но этот, по мнению ученых, представляет особый интерес. Уникальность в том, что в определенный достаточно короткий промежуток времени исследуется целая серия объектов разнохарактерных. Здесь и поселения, и святилища, и могильники, и грунтовые могильники, и курганные могильники. Каждый археологический объект уникален. Уникален с двух, как минимум, двух обстоятельств. Первое – это его ландшафтная локализация, место, где он находится. Второе – это хронологическая специфика. Он может быть позднее или раньше тех, которые исследованы подобные. То есть любой исследованный объект уже внесет свой вклад в копилку наших знаний о прошлом. Курганы относятся к Тагарской эпохе, им 2500 лет. Все, что удастся найти, ученые будут изучать позже. Сейчас главное поскорее завершить раскопки. Это нужно сделать до конца сезона. В следующем, вероятно, здесь начнется большая стройка.